Всем привет! Я тут немножко гараж освобождаю. Приехал Саня, забирает. Вот. Ну, то, что мне не пригодится. Вот, я ему предложил. Вот мне пригодится. У него фазенда есть, есть куда везти. Вот. Вот. И что хотел сказать. Помните, когда я на крышу убирался? Я нашел колеса. Которые я сказал продам. И куплю для пчел. Вот. Я их продал. Продал их в Краснодар. Даже с доставкой отвез их. Сейчас Саня приехал. Он нашел мне людей, у кого можно купить один пчелопакет. Вот. Сейчас ему деньги отдам. Он поедет, купит. Потом их у себя поддержит, потому что продаются пчелы, это в Атаманской продаются, короче, пчелы. Вот, и это надо будет, короче, их подержать у себя, а потом повезу к дядь Коле. Так что вот так вот. Так, освободил мне немного Саня гараж. Что хотел рассказать то я сегодня с утра пораньше ездил в Райгаз. Ну, с документами, со всеми, да, там на котел. Все как бы. Ну, короче говоря, подготовил, как вот первый раз я же поехал. У нас там что выяснилось? У нас то, что по документам у нас мы купили 111 квадратов, а по факту 154 квадрата. Вот, и выписки ЕГРН одна квадратура стоит, а в этом техпаспорте другая квадратура. Вот за счет этого нас вернули, вот, и мы, короче, поехали переделывать документы. Документы переделал, и теперь повез их заново в этот... в Райгаз, и что мне там говорят? Вот, это все хорошо, говорят, а где, говорят, документы на плиту? Я говорю, на какую плиту? Ну, говорит, у вас вот здесь будет газовый котел, плита газовая будет? Я говорю, будет. Вот, нужен документ на плиту. Я говорю, так что вы раньше не сказали, когда я первый раз был, что плиту надо будет купить? Нет, вот какая плита, ну, хотя бы, типа, определитесь, какая модель будет, чтобы, как бы, да, достаточно будет с интернета скачать, допустим. Я говорю, я сейчас скачаю, пока вы сделаете, я потом эту плиту не найду, блин. Вот. Нет, говорит, короче, говорит, документы, говорит, не готовы, говорит, давайте, говорит, плиту покупайте и типа тогда уже приходите заново, записывайтесь. Поэтому, что делать? Мы сейчас поедем в Краснодар искать плиту. Какую газовую плиту будем брать, чтобы это... Ну, потому что у нас как бы здесь выбор небольшой. Магазинов мало, в Краснодаре все-таки, я думаю, побольше, поэтому сначала съездим туда, посмотрим, что там есть. Может быть, что и купим. Плита нужна будет, без нее нам газ не сделают. Вот, а потом уже, как купим, будут заново записываться. Я говорю, так, говорю, проверьте, говорю, сейчас сразу все документы, все ли правильно, потому что, говорю, чтобы потом я не бегал. Нет, говорю, все у вас, говорю, правильно. Я говорю, ну, смотрите, говорю, при свидетелях сказали, что все правильно. Так что поедем за плитой. Куда деваться? Приветствую всех. Вот рушановский пакет. Открываю. Вот такой пакет.
такого состояния. Продавец дал дополнительную рамку для засева, то есть мы называем ее кроющей рамкой. То есть она закрывает все гнездо. В это время пчелы агрессивные, потому что сейчас холодно на улице. И сильно долго с ними вращаться не стоит. Надо по-быстрому все делать. Вот я диафрагмой сейчас закрою, и будет, короче, пакет нормально. Проверить надо матку, найти и показать на видео. Матка меченая белой меткой. Вот матка. Вот она ходит. Белая метка. Все отлично. Матка найдена. Теперь можно закрывать. Закрываем. Утепляем. Чтобы было теплее, потому что это пока еще пакет, а пока пакет, он должен находиться в тепле, максимально ему обеспечить комфортное пребывание на данной пасеке. Всем удачи! Я сейчас стою, получается, на пункте, это между Павловской и Краснодаром. Заехал и купил себе вот такой транспортер. Стоит он 4000. И как для жителей Павловского района, покупаешь абонемент на год, 1000 рублей стоит, 100 поездок. Так, если проехать, 320 рублей идет. Будний день 420 рублей идет, выходной день. И душа не выдержала такого, как говорится, грабежа, я взял себе транспортер. Вот. Ну, я посчитал, получается, на год, если взять за год 100 поездок, это 30 тысяч рублей, даже по 300 рублей, а сейчас 320. Я думаю, это намного выгоднее. Сейчас стою, жду 20 минут, пока он активируется, и поеду, потому что сегодня выходной день, 400... То ли 420, то ли 470 рублей, короче, вот такой проезд стоит. Теперь будем мы летать, короче, по-быстрому. Сейчас на лобовой закреплю, 20 минут и погнали дальше, Краснодар. Она не подходит, Хайрус. Тебе из-за стиля нравится, да? Ну, может, такая белая есть. Ну, она же не подходит. Да, это все хай. С той стороны, они, скорее всего, вот эти все есть. Разных цветов. Надо просто посмотреть, выбрать. В видео ничего там не подошло, там маленький выбор очень. В Эльдорадо чуть побольше. Короче, приехали мы. Краснодар, Леруа Мерлен. Будем покупать сегодня ванну и
еще кое-что. Так что не переключайтесь, покажу, что купим. А ты куда пошла? А, туда, я понял. Так, вот отдел ван. Здесь немножко переделали, слиты в другом Леруа Мерлен. А, вот они. Мы, в принципе, знаем уже, какую ванну мы хотим. Точнее, какая нам нужна и какая нам подойдет. Кстати, вот она и лежит. Стоит. 170. 170, да, на 110. О, у нас на Курчанах была 170 на 90. Вот, это на 90 была. Вот, но здесь таких нету сейчас. Это пошире немножко ванна. Вот. У нас там и 180, и 2 метра влезет. Вот, поэтому вот эту возьмем. Слушай, а ты не хочешь черную ванну? Не хочешь такую ванну? Вот это как-то странно. Они меньше размером. Вот. Но цена у них выше. Не знаю, с чем это связано. Может, с этим отливом. Конечно, нам было бы идеально, если бы слив был вот здесь в углу. Вот. Ну и, в принципе, по центру. Да, удивительно. Смотрите. Угол другой. Glow. Это стоит 15. И это, кстати, наш угол. Наш угол. Или подождите. Сейчас, короче, я разберусь с углом и потом скажу, какую мы взяли. Так, заказали, но есть один момент. Забирать, чтобы ванну, придется ехать совсем в другой Леруа Мерлен. Вот, а сейчас я, знаете, что хочу? Поскольку газ подключится еще не скоро, а нам нужна горячая вода, чтобы мыться, хочу, надо купить, короче, этот водонагреватель. А что у нас здесь есть? Так, побольше такой. Зануси 22. Ага. Литров на 100, наверное, надо будет. Вот такой плоский. Вот 80 литров, 22 тысячи. Ага. Аристон 26. 28. Вот круглые не хочу, они такие, блин, объемные. Вот, аристоны всякие. Литров на 100, короче. Ладненько, короче, я поищу, посмотрю сейчас по ценам, сориентируюсь. Вот, потом покажу. Ну, по-любому, что-то возьмем, потому что он нужен. Газ не скоро будет, а мыться надо. А потом пригодится, газ подключится, что-нибудь придумаю, куда его использовать. Так, мы уже поменяли торговый центр, это SBS Mall в Краснодаре. Здесь и Hof есть, и Leroy Merlin. Leroy Merlin мы сейчас будем забирать ванну. Вот, кстати, заехали, купили водонагреватель, потом покажу какой. Вот, и это. Здесь сейчас будем забирать ванну. Так, вот и ванна едет. С прицепом неудобно сюда. Хотел заехать, подумал, да что я буду вести, блин, прицеп, когда я могу так спокойно доехать. Конечно, грязнючая ванна. Но она в пленке. Полностью в пленке. Там уже отнес я это крепление. Ну и все такое.
Угадайте, что я делаю по ночам? Не, не угадали. Не сплю. Что я делаю? Вон, канализацию провожу. Я уже на улице там все закопал, трубу проложил. Вот здесь сейчас проложил. Ну как проложил, я ее вывел сюда. Сейчас вот здесь прокапываю. Ну и, короче говоря, в эту трубу, сейчас покажу. Когда мы проводили трубу, вот, я Андрюх попросил, говорю, Андрюх, не закапывай. Потому что ее надо будет туда тянуть, в тот угол. Вот, ну, видимо, он меня не услышал. Вот, или как получилось, короче, он закопал. Теперь я ее обратно раскапываю. Потому что ее сильно не загнешь. Вот, и нужно, чтобы уклон был как бы такой, изгиб плавный. Вот мне нужно будет ее сейчас пропустить под... Вот здесь шпала идет. Здесь не фундамент, просто лишь шпала. Вот, под шпалы пропустить туда. Вот, и это. А здесь вот получается будет горловина под унитаз. Окно вот это заложится. Вот до, грубо говоря, вот до этого уровня, потому что уже окошко заказали сюда. Вот. И это. Ну, здесь унитаз, короче говоря, эта труба уйдет сюда. Здесь, получается, будет где-то труба выходить вот сюда. И будет торчать, получается, небольшой кусочек. Будет запитываться ванна, сюда уходить будет. Вот. А вот оттуда, там стена заложится. Там будет у нас столешница, раковина. Вот туда надо будет тоже мне вывести, получается, выход. Но он будет, грубо говоря, уходить сюда, под землей, и сюда к унитазу приходить. Вот, короче, вот такой у меня каламбур здесь собирается потихоньку. Но сейчас пока копаю. Да, там, кстати, комментарий был по поводу стен. Типа саманы. Нет, он не саманы. Вот пристрой, он кирпичный. Здесь, получается, да, перегородка турлучная. А сам дом, он сделан дерево, шпалы. Вот. И обмазан, понятное дело, глиной. Ну, или кто называет саманом. Ну, саман, это глина, та же самая глина с соломой перемешивают. Это называется саман. Так же, как саманный кирпич, саманные дома. Вот, ну ладно, не об этом. Вот, короче, вот такой ерундой я занимаюсь по ночам. Днем там туда-сюда, короче говоря, дела всякие. С газом мотаюсь. Вот, а по ночам приходится работать. Но я сейчас еще недолго, где-то полчасика покопаюсь. И пойду уже тоже отдыхать.